Hello! Привет-привет. Привет-привет всем! We are excited! Мы вдохновлены. Вдохновили. Вдохновлены. I cannot. Окей. Wow, you are here to create some vortex. And I'm really excited about coming to Sochi. And today, Oksana was posting a beautiful photo from the seaside. So I already would love to be there. И мы же тут создаем вортекс, и я так вдохновлена, что я поеду в Сочи. Сегодня Оксана постила очень красивое фото с моря. Я так рада, что мы там будем все вместе. I always adore to create classes in special beautiful places. Я обожаю, всегда обожала создавать классы в красивых, особенных местах. Because when we are on a retreat or when we are on a holiday, we absorb a lot more of these yummy energies. Потому что когда мы на ретрите, когда у нас там такой отпуск, можно сказать, мы намного больше собираем вот эти вкусненькие энергии. So you come out of the everyday life, of the stress, and of leaving all the problems at home. Вы отвлекаетесь от своей ежедневной жизни, от стресса, вставляете все проблемы дома. But of course, with vibe codes, we will not only leave home all the problems, but we will look for the source where those problems are coming or these repetitions, and then we will dissolve it. Но с вайб-кодсами мы не только вставляем проблемы дома, мы просто можем найти причину, источник того, что создает эти проблемы, вот эти повторяющиеся ситуации в нашей жизни, и, соответственно, начать их менять. So even when you will go home, you will go to a different reality. И даже когда вы возвращаетесь домой, возвращаетесь в другую реальность. I really adore all those tools, and now I was just created a landing page for vibe codes, and you have to see what are the advantages. Я вот прямо сейчас недавно, я обожаю ТП, я создала тут страничку лендинга вайб-кодсов, и это просто потрясающе. And Вы должны first это увидеть. Ну, the page was really boring. сначала страничка была довольно скучной. You know, what are the advantages, бла-бла-бла. Ну, вы знаете, типа, вот какие преимущества там, бла-бла-бла. What are the tools? So we are using hypnotherapy, we are using coaching, we are using massage of meridians and essential oils. Ну, какие там есть инструменты, что мы используем, коучинг, гипнотерапию, меридианы, массаж. And then, is there anyone who wants to buy that class just because we list all the advantages? Ну, и затем, есть ли вообще кто-то, кто захочет купить класс, просто потому что мы перечислили все преимущества? So I was just thinking, why should people buy those classes or come to those classes? Я просто думала, почему вообще люди могут захотеть купить эти классы или прийти на эти классы. And when I started to look from the other side, what can I contribute to people who really want to have some change in their life? Я начала смотреть на то, правда, каким вкладом я могу быть для людей, которые действительно хотят поменять что-то в своей жизни. They are stuck in their everyday, you know, squirrel wheel. Они застряли вот в своем таком ежедневном беге вот по колесу, как там белочка в колесе. So I just remembered myself 10 years ago where I was working at a multinational and then running home to the kids and buying things and cooking, and every day was like so monotone, and there was no joy. Я помню, как 10 лет назад я работала в мультинациональной компании, потом я бежала домой, покупала продукты, готовила еду, там общалась со своими детьми, и каждый день он был одинаковый, такой монотонный, и там не было практически никакой радости. I had just enough money to maintain my family after my divorce. У меня просто было достаточно денег, чтобы поддерживать семью после развода.
We didn't have a table or a sofa, so I had to buy everything again. И как бы у них было денег, в общем, минимально, у них не было там даже денег, чтобы купить какую-то новую софу или кровать. So restart my life, and it was so, how to say, desperate. И я как бы заново начинала свою жизнь, и это было каким-то просто, ну, полным отчаянием. I couldn't even imagine that I can travel. Я вообще даже представить не могла, что я смогу путешествовать. And to see the change, but now I'm living my life of dreams or even beyond. И увидеть изменения. Сейчас я просто живу жизнью своей мечты и даже за пределами этого. It's unbelievable. Это невероятно. I couldn't speak in front of people. Я не могла говорить перед людьми, ну, выступать публично. I didn't have self-confidence. У меня не было уверенности в себе. And I was really a wonderful martyr of my life. Мартир, вот. Martyr is like a suffering. А, ну и я, в общем, была таким потрясающим страдальцем в своей жизни. So I had to prove that after a divorce with three kids, it has to be difficult and everyone has to have pity of me. И я должна была доказывать, что после развода, быть одной с тремя детьми, это должно быть сложно, и все должны меня жалеть. And then I just started to ask some questions. What would it take to change this reality? А затем я просто начала задавать вопросы, что потребуется, чтобы изменить эту реальность. And I met with different techniques, like access consciousness or hypnotherapy or the massage of five continents. Я знакомилась с разными техниками, с Access Consciousness, с гипнотерапией, с массажем пяти континентов. I participated in some coaching classes and I was learning how others are doing, that they are thriving. Я просто училась, смотрела, и что делают другие люди, для того, чтобы они вот так вот процветали. What if this could be available for me, but I didn't know how? Я думала, что если это может быть доступно для меня, но я не знала как. I really had so huge gap between me and my dreams and so much frustration. И у меня правда была такая прям огромная дыра, вот это вот расстояние между мной и моими мечтами. Я была в огромной фрустрации, в раздражении. I cannot do it, I don't deserve it, I'm not enough good, бла-бла-бла. Я не могу это делать, я этого не заслужила, я недостаточно хороша и бла-бла-бла. And then something shifted, something changed with all the tools what I was learning and I was starting to apply in my life. И затем что-то сдвинулось и поменялось со всеми инструментами, которые я использовала и применяла в своей жизни. That slowly I just started to realize, wow, I'm living my dream life. И постепенно я начала понимать, вау, я живу жизнью моей мечты. Traveling, creating classes all around the world, meeting new people, start to speak in front of people and try to open up to new possibilities. Я путешествую по миру, встречаюсь с новыми людьми, раскрываю еще новые возможности, которые у нас там есть. And По what всему if миру. it's available for everyone? Что если это может быть доступно для каждого? What if it's easier than we thought? Что если это легче, чем мы думали? So with vibe coach technique, we really created a technique, a method with Olivier Hospinger, who is the founder of the Federation of Massage of Five Continents. И с Оливье Хаспенгером мы создали вайб-код. Это такая техника. Оливье – это основатель Федерации массажа пяти континентов. Where we reveal eight codes of success, of reaching success. А вот в вайб-кодах мы, получается, раскрываем 8 кодов, ну, секретов достижения успеха. The vibe codes is about how you can raise your frequency from the fear, the doubt, the lack of self-confidence.
И вайб-коды они показывают, как повысить свои вибрации с уровня там страха, сомнения, неуверенности в себе. To change the energy, your energy and the energy of the situations. Ну, чтобы перейти в тот момент, когда вы меняете энергию свою и энергию ситуации. And everything which is coming to you are just shifting, turning, decoding and recreating in a different way. И все, что приходит вам, вы просто сдвигаете, проворачиваете, меняете, перекодируете по-другому. To start to use to your advantage. Чтобы начать это использовать как свое преимущество. And then your life start to shift, to raise, to change, to create the unbelievable. И затем ваша жизнь начинает сдвигаться, меняться, вы начинаете создавать что-то невероятное. And it's working so amazingly that I am so much astonished how we can start to be the leader of our life. Это работает настолько потрясающе, что я такая, ну, как бы вот прям наполненная и вдохновленная тем, что мы становимся лидерами своей жизни. And in just 1 year, sorry, and in just 1 year, we have more than 300 teachers already all around the world who are using this method and who are teaching to show people that life is so easy and it's so beautiful. И меньше чем за год у нас уже есть больше 300 учителей, которые обучают людей и показывают людям, что жизнь может быть намного легче, она может быть совершенно прекрасной. So we have created classes in Dubai, in Mexico, in Europe, in different countries. And it's so beautiful to see the shift, the change, the thrive what people achieve with all those methods. И мы создавали классы в Дубае, в Мексике, в Европе, вот в России. Это так классно видеть изменения, которые люди создают, которые люди достигают. And now the first time ever we are coming to Russia, and Russia is a huge, huge country. It's huge possibility to thrive in these days, in these situations, what we have in the world. Вот сейчас получается, у нас в России будет первый тренерский класс, мы первый раз заходим в эту огромную страну. И Россия, это в принципе, ну, она может раскрывать огромные возможности для мира, это все обучение. And opening a country, I'm always so super excited because in every country, the culture and the people's thinking is totally different. So, what can we create in Russia what we have never thought that it's available? И открывая страну, я всегда такая супер вдохновленная и возбужденная, потому что все люди разные, культуры разные. И что мы можем открыть и добавить вот в это пространство, в эту культуру, это потрясающе. And vibe codes is really for everyone. So if you want to do a quantum jump in your business because you feel stuck. И вайб-коды это что-то просто потрясающее. Например, если вы хотите сделать квантовый скачок в своем бизнесе, или вы чувствуете, что вы там застряли. Or you desire a nurturing relationship, if you have or not. Или вы желаете такие питательные отношения, неважно, есть они у вас сейчас или нет. Or if you want to have an amazing healthy life. Ну, или если вы хотите иметь потрясающую, здоровую жизнь. You will learn in every single second to thrive, to change the energy and to enjoy your life. Вы будете просто учиться, как каждую секунду своей жизни процветать, наслаждаться, получать удовольствие от своей жизни. And Oksana wants to ask something. Оксана, у вас что-то хочет спросить? So. Да, хочу спросить, Боря. Сейчас, когда мы готовим тренерские классы в России, которые будешь ты проводить, три тренерских класса, предполагаемые будущие участники, которые обратились к нам за большей информацией, к нам с Вероникой,
Они задают вопросы про то, как им потом успешно продвигать эти классы, потому что большей частью сейчас именно обращаются те, кто еще даже не практиковал массаж пяти континентов, ну и уж тем более экспанс-терапию, веб-коды. То есть, по сути, новички большей частью. Вот. И, конечно, у них существует вот этот вопрос. Ну вот обучатся они тренерству, да, и как им потом продвигать? Скажи, пожалуйста, более подробно. So we are starting promoting these classes that you will do, expands massage of five continents, vibe cords. And people who are thinking about these classes, they start asking questions. How can they promote these classes? Because they are newborn, like something like that, because they maybe even didn't practice massage of five continents before, and they don't know how to promote this such kind of business. Can you explain, please, in more details? Yes, so it's the same. What I mentioned is it is a lifestyle what you are promoting. It's the dreams of people, what they are just longing for, what you are offering a solution to reach that dream life. И это, как я уже об этом говорила, это стиль жизни, который вы продвигаете. То есть это о том, что вы помогаете, даете как бы решение людям, как им прийти к жизни своей мечты. So all those three classes, massage of five continents, expanse therapy, and vibe codes, these are different techniques. We are putting in different massage techniques or different coaching techniques, but the aim, the purpose of all the classes is the same. И вот все эти техники, массаж пяти континентов, экспанс-терапия, вайт-кодс, они разные элементы себя включают, массаж, коучинг и так далее, но основная их цель одинаковая. Is to liberate all the hormones of happiness. Высвободить все гормоны счастья. To start to enjoy or embodiment. Начать наслаждаться нашим телесным воплощением. And enjoy our life in this beautiful embodiment. И наслаждаться нашим телом в этом прекрасном телесном воплощении. So in vibe codes we are using words as well, but in massage of five continents and expanse therapy, we are just touching the body and listening beautiful music. Ну вот, в вайб-коде, например, мы также используем коучинг, разговариваем с людьми, а в массаже пяти континентов экспанс-терапии мы просто трогаем тела и там слушаем прекрасную специальную музыку. But we are facilitating without words. А мы, да, в том числе фасилитируем и без слов. Because all the three techniques has different parts, and the first part is to liberate ourselves from all the blockages and all the trauma and drama and stress what we stuck in our body. Что все эти техники, они помогают нас разблокировать у нас все травмы, драмы, все, что застряло в нашем теле. And with the second part of the massage, or even in expanse therapy, or in vibe codes, we are filling up the body, which is already purified, with the energy of the universe. И вторая часть, ну, во всех трех техниках, и в экспансии, и в массаже, и в вайб-коде, когда мы наполняем наше тело вот этой чистой энергией Вселенной. All the three methods are totally different, with different music, different rhythm, different essential oils, and different techniques. А все эти три метода, они совершенно разные. Разные эфирные масла, разная музыка, разные техники движения. But what is common is really the sensation of liberation, of entering to your potential. And feeling so much happiness and joy that you change your vibration. И при этом у всех остается одинаковое ощущение, что мы освобождаемся, наполняемся, ощущаем свой потенциал, свою силу и, ну,
можем Почему? пойти в что-то Давай совершенно спас. другое, другое пространство. And when you change your vibration, you are stunning, you are shining, and everyone wants to connect with you or will ask, what's happened? Because you look so happy. What did you do? И в процессе мы меняем и повышаем уровень наших вибраций. Когда мы их повышаем, мы начинаем сиять, мы становимся счастливыми, и все спрашивают, что ты такое сделал с собой, расскажи, чем ты занимаешься. And that's how you will become an inspiration and an invitation for people that you can show how they can change their life, their reality. И это то, как вы становитесь таким вдохновением, приглашением для людей, что они видят, как можно поменять и их тоже реальность. So you even don't have to sell your classes. It's really you start to attract people because they want to know the secrets. И вам даже не нужно продавать свои классы, вы просто как бы начинаете привлекать людей, потому что они хотят узнать ваш секрет. So what you offer is the emotions. То, что вы предлагаете, это вот эти эмоции. Is a vision. Это видение. That they can start to dream. Что они могут начать мечтать. And not only start to dream, because sometimes we even don't dare to dream. И даже не просто начать мечтать, потому что иногда мы даже не смеем мечтать. But you will receive step-by-step indications, strategy, and the tools how you can go to reach your goals and dreams. Ну, вы прям получите пошаговую такую инструкцию, индикаторы, цели, и как вообще, ну, понимание того, как достичь своей мечты. So it's not only that you should imagine and so on, but it's really giving you tactics and amazing tools in a daily basis that you can implement in your life and change situations in 1 second. И это вот прям инструменты, которые вы можете применять на ежедневной основе и менять все, что вам требуется, буквально за пару секунд. So it's really rapid, really easy, and it's a solution to any problem. И это очень быстро, это очень легко, это прям вот решение к любой проблеме. And your life will start to miraculously change because what you project to the universe, it's like a mirror, you will receive the same energy. И все в вашей жизни начнет меняться, потому что то, что вы проецируете, как вы посылаете во Вселенную, она как зеркало отражает, это возвращается в вашу реальность. So when you change your focus from the problems to your possibilities to enjoy life, then you will see more of that. И когда вы перемещаете свой фокус с проблем на возможности и на наслаждение своей жизнью, вы начинаете получать больше этого. And when you realize that slowly, wow, I have created this, I have created this, I wanted this and I'm here, and I have created so much magic, you start to have a constant gratitude in your life. И когда вы понимаете, ага, я создала вот это, я создала вот это, изменила вот это, и это происходит постоянно, вы начинаете иметь вот эту постоянную благодарность к себе в своей жизни. And gratitude is the highest vibration. И благодарность — это одна из самых высоких вибраций. So it's like an avalanche. You start slowly and it starts to grow exponentially and there are no limitations. Но это как вы эволюционируете, и вот идете по этой дуге, и что это начинает расти вверх по экспоненте, нет никаких ограничений. So the invitation is that we are creating a community where people are positive, where people enjoy, where people even are happy for your joy. И суть в том, что мы создаем такое сообщество, где люди позитивные, они наслаждаются, они счастливы, когда вы радуетесь. And one of the phrases of Olivier, what he adores to say, you shouldn't observe what you see, but you should observe what you want to see. И одна из фраз Оливье, которая вот сейчас Боря говорит о том, что
Вы не должны исследовать то, что вы видите. Вы должны исследовать то, что вы хотите увидеть. And this is the quantum entanglement, the connection with your future that you can create by not only focusing on it, but to feel it already. И это вот как такая квантовая запутанность, которая позволяет создать связь с вашим будущим, когда вы не просто фокусируетесь на своем будущем, но вы уже его начинаете ощущать. Because you cannot be grateful for something that doesn't exist. So when you start to live your dreams become your reality. Потому что вы не можете создать то, что желать то, чего не существует. И когда вы начинаете желать свои мечты, запрашивать их, это становится вашей реальностью. So the most time you spend on being happy, the most this is what you show to the universe, what you desire, so it will send you more of that. И чем больше вы показываете там Вселенной, что вы счастливы, тем больше Вселенная будет понимать, ага, это то, что вы желаете, она будет вам посылать больше этого. And if you have already tried massage of five continents, you are melted after a session. Если вы уже пробовали массаж пяти континентов, то вы просто, обычно такие растаяли после сессии. Because when we are doing the massage, we love that body and you enjoy, the practitioner enjoys the treatment, the music and the movements, and this is with so much love. И потому что, когда мы делаем массаж, мы делаем это с любовью к телу, которое у нас под руками. И даже вот, практик, тот человек, который делает массаж, он наслаждается процессом, наслаждается музыкой, маслами, движением. То есть мы делаем то, что мы любим. Not to mention an expense therapy class, 4 days of joy when we go out to restaurant and we are so loud, laughing out loud that people are looking. Are you crazy or are you drunk? Ну и как бы я уже упоминала, что когда у нас было 4 дня экспанс-терапии, мы пошли в ресторан, мы были такие громкие, мы смеялись так громко, что люди нас смотрели, думали, что бухие все. And this is the same with vibe codes, because we have so many techniques that you cannot not be happy after the session. И то же самое с вайб-кодсами. У нас там такое огромное количество техник, что у вас просто нет шансов не быть счастливыми после сессии. Of course, it's not totally true because we are also clearing all the energies and all the emotions. So perhaps after the first, second session, you can feel that the trauma is coming out, so you are present with those traumas. Ну, может быть, не совсем это правда, потому что на первой и второй сессии мы чистим все, что у нас там, все чувства, мысли, эмоции, и все, что у нас поднимается, у нас освобождается пространство, эти травмы, которые были внизу, они, грубо говоря, выходят на поверхность. But in general, after the third, fourth, fifth session, your body is already get rid of all those old schemas and all those old patterns. Но уже где-то после там третьей, четвертой, пятой сессии ваше тело, оно как бы освобождается от всех этих схем, паттернов. And it starts to become alive, and you start to expand, and you start to see the beauty that this amazing universe can offer you. И ваше тело становится живым, вы начинаете видеть Вселенную, все, что Вселенная может вам предложить. So what I would really recommend to people who even don't know what massage of five continents, I didn't know, and I never thought that I will be a massage teacher. И что бы я хотела порекомендовать тем людям, которые даже не знают, что такое массаж пяти континентов. Я, например, не знала и понятия не имела, что я буду учителем. What I advise is to sell the benefit what they can receive if they are coming to your classes. А что я вам советую, это продавать выгоды, то есть то, что они получат, если они придут к вам на класс. The emotional benefits. Эмоциональные выгоды. Because, yeah, it's a benefit that you feel good, but and then? Потому что да, это выгоды от того, что вы будете себя ощущать хорошо, и потом. What's happening if you feel good? Что произойдет, если вы себя будете ощущать хорошо? Perhaps you will get better relationship.
Возможно, у вас появятся более классные отношения. Or you will start to go out more and meet with people and have new connections. Ну, или вы начнете там больше выходить на улицу, встречаться с новыми людьми, создавать новые связи. And this will create more happiness in your life. Это будет создавать больше счастья в вашей жизни. More beautiful moments. Больше прекрасных моментов. Or, for example, if you want to lose weight, first you are judging your body, and people are coming with the energy that they hate their body. Ну и, например, если вы хотите там сбросить вес, люди обычно судят свое тело, и они приходят с такой энергией, что они ненавидят свое тело. And after the massage, because we are giving it with so much love and this energy of gratitude for the body. И после массажа, потому что мы делаем это с такой любовью, с энергией благодарности для тела. That, for example, people tell to me that they have never ever got so much nurturing and caring and kindness with their body. Ну, к примеру, люди говорили мне, что они никогда не ощущали такого количества этой вот питательной, заботливой энергии по отношению к их телу. And so many times we are eating because we are starving to something. И так часто мы едим просто потому, что мы голодаем, нам не хватает чего-то. But we are not starving to food, we are starving to love and caring and kindness. У нас голод не по еде, у нас голод по любви, по заботе и по доброте. So when the body receives what it desires, Когда тело получает то, что оно желает, it's not hungry anymore. оно больше не голодает. It will become more healthy. Оно становится более здоровым. If you put more attention to your body will be so grateful that it will do everything for you to create an amazing embodiment of life. И если вы помещаете, ну, даете своему телу больше внимания, ваше тело будет безумно благодарно, и оно будет создавать потрясающее для вас телесное воплощение и жизнь. What you can offer to people is more self love, more of enjoyment of your body, and more of those emotions what has no value. И что вы можете предлагать людям? Вы можете предлагать им больше любви к себе, больше наслаждения своей жизнью, своим телом и те эмоции, которые на самом деле бесценны. Presence, time, gratitude, joy, fulfillment, abundance. Присутствие, время на себя, благодарность, радость, изобилие. Do you think that is there anyone who doesn't want this? Как вы думаете, есть ли хоть кто-то, кто этого не хочет? So what you have to show it's only that it's available for them. Ну и что вы можете показать, это только то, что это для них доступно. They can afford it. Что они могут себе это позволить. They can choose it and they can enjoy it. Что они могут это выбрать, и они могут этим наслаждаться. So, Оксана, was it an answer? И Оксана, это ответила на твой вопрос? Да, очень полно ответила на мой вопрос. Давай приоткроем маленькую тайну, дверцу, как говорится, того, что будет ждать участников тренерских классов. Один из дней будет полностью посвящен бизнесу. Что вот будет там, на этом дне? Что ждет наших будущих студентов, будущих тренеров? А вот уже в августе в Сочи. Yes, you answered on my question, and let's speak a little more about our classes, because we will have business day during these like 4 or 5 days classes. And can you speak a little about it, like to uncover some magic information from this class, from this day? What approximately people can wait? What will
will do here, what will happen in this magical day, business day. Yes, so for the Massage of Five Continents teachers class, we will have 3 days of the Massage of Five Continents, then 1 day business class. And if someone wants to get 2 diplomas for one price, then they can come to a revision class of expense therapy because Oksana will have soon an amazing practitioner class of expense therapy. And I have to admit that this is my favorite, though I even prefer more. Expense therapy is my love. Да, у нас получается будет 3 дня, как бы больше, чем 3 дня. Первые 3 дня будет практика массажа 5 континентов, потом будет бизнес-день, 4-й, и на 5-й день, если кто-то выберет, у нас будет повтор класса экспанс-терапии для тех, кто уже является практиками, чтобы вы могли получить 2 диплома одновременно. И массажа 5 континентов, тренер массажа и тренер экспанс-терапии. И с точки зрения Бори, вот экспанс это как раз одна из ее любимых техник, и она прям очень этим тоже вдохновлена. So what I suggest, if you want to get 2 diplomas and for a price which is lower than before, just one, just for the Massage of Five Continents, you have to choose the class of Oksana because her energy is so yummy. I received this therapy from her when I was in Moscow, and my body was melting, and I was enjoying so much. So thank you so much. Да, и получается, у Оксаны как раз будет класс для практиков, и Бора очень советует пойти и, ну, пройти этот класс по экспанс-терапии, потому что, ну, если вы хотите получить 2 диплома по цене, которая меньше, чем раньше стоила 1 диплом, это классная возможность. И Боря получала сессию как раз у Оксаны во время обучения, это просто было что-то потрясающее, ее тело расплавлялось и таяло вот в этой энергии, это было очень круто. Yeah, so I don't know when you will have your class, your Когда у expense тебя будет класс экспанс-терапии для практиков? Этот класс будет непосредственно перед тренерскими классами 7-8 августа, а уже 10 августа стартуют тренерские классы и будут проходить до 18 июня, ой, августа Августа. включительно. Получается, класс... Maybe I wouldn't translate because Oksana just said the dates here. It's funny you Yeah, translate from Russian to translate Russian. from Russian to Russian, yes, of course. Yeah, and in that 1 day business class, you will see the possibilities will open up because it's really a perspective what Olivier is giving us with the quantum coaching and with all the techniques, how he has created his brand. Can you repeat the beginning? Oh, Sorry, I don't know if I'm a I bit can. lost. So the business day is Yeah. really the essence of all the coaching methods that Olivier is using for 30 years now, how he built up all the brand of the Federation. В общем, вот этот один бизнес-день коучинга, это вот как такая сублимация всех 30 лет, все лучшие инструменты, которые Оливье использовал в течение 30 лет для создания вот этой своей системы, своей федерации. Все, что связано с коучингом. So it's quite important because what he has built up is outstanding. Это довольно важно, потому что то, что он создал, это что-то потрясающее. So what if it's just the mindset what we have to change for looking or possibilities to thrive? И что, если это просто такой, ну, набор установок, которые нам нужно поменять, чтобы мы видели возможности и могли процветать? And if 1 day is not enough for you, Если 1 день для вас это недостаточно? then in Vibe Codes class we are talking 2 more days and mainly focusing on money, on liberating from all the old patterns and about business.
И если вам этого недостаточно, то на вайб-курсах мы будем 2 дня говорить, ну и высвобождать все вот эти паттерны, связанные с деньгами, все, как мы раньше с ними функционировали. So vibe codes is mainly focusing on money and business and abundance. То есть вайб-курс это в основном, они, скажем, специализируются на деньгах, бизнесе, и изобилии. We have 140 pages of manual Руководство на 140 страниц. with a lot of exercises, a lot of tools and techniques. С огромным количеством упражнений, техника, инструмента. To destroy all the blockages and to visualize and feel and be the energy of the luxurious life that you truly desire. Мы растворяем все блоки, визуализируем ту роскошную жизнь, которую вы действительно желаете. So it's an abundance class. We could call like that as well. То есть мы можем назвать это классом изобилия. With a lot of secrets, what we have used to build up or dream life. Из кучи секретов, которые мы использовали, чтобы построить жизнь своей мечты. So, if you want to thrive in your business, in your life, in any field, then I invite you with so much pleasure because seeing the change in people's life is the most beautiful work what I could have. Если вы хотите процветать в своей жизни, в своем бизнесе, я вас приглашаю, потому что видеть, как люди начинают там, развивать, расширяться, процветать в своей жизни, это одно из самых больших моих удовольствий. So, if you are choosing to change your life, to shift it to a next level, then we are waiting for you. We will have so much fun and we already have beautiful participants. So I already can feel the energy of vibration and expansion and joy. Ну, и если вы хотите к нам сдвинуть свои энергии, в общем, поменять все, расширить свои изобилия, вы можете к нам присоединиться. И к нашей группе уже у нас есть участники. Я уже вот ощущаю вот эту энергию, как она там вибрирует, все уже создается. We also created a Vibe Codes group where we will put a lot of inspirations, and you can also ask, and then we can go with those energies. And so we are creating a community. И у нас мы также создали группу Vibe Codes, где мы будем выкладывать много вдохновляющих материалов. Вы можете задавать вопросы, потому что это ну, такое сообщество. And this is really amazing. So you can be the pioneers, the first one ever in Russia. И это потрясающе, потому что вы можете быть пионерами, самыми первыми в России. Being the leaders and being the contributors of growing. Быть лидерами и быть вкладом в то, чтобы все это росло. So it's so amazing. Это так круто. And thank you so much, Veronica, and thank you so much, Oksana, for the invitation to this possibility and in this beautiful city of Sochi, my body is already sparkling of this energy. И спасибо Веронике, спасибо Оксане за то, что мы приглашаем Боря в Сочи на вот эту серию классов. Ее тело уже такое прям ощущает. О, такие, типа, господи, сияние вот этой энергии, всполохи, скажем так. Today, Oksana put out a photo of the seaside, and it's so yummy. А вот сегодня Оксана как раз выложила фото с побережья. Это было такое вкусненькое. So thank you so much for sending Спасибо your большое. inspirations. Спасибо за вдохновение. So come, please, because Oksana, she can help in all the details. She's already in Sochi, and she can help you with accommodation. She found us as well a beautiful place. So everything is already ready.
И, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обращаться к Оксане, она может помочь с проживанием, она уже в Сочи, и мы уже нашли очень красивое место, где у нас будет проходить класс, поэтому все уже готово. Thank you so much and waiting for meeting with buddies. И спасибо вам огромное, жду ваши тела. Супер, супер. У кого будут вопросы, пожалуйста, смело обращайтесь ко мне, к Веронике. Мы вам дадим гораздо больше информации, все подробности. И, пожалуйста, добро пожаловать на инструкторские классы в России, в Сочи в августе этого месяца. Yeah, and if you are coming, please don't hesitate. I will order the diplomas really soon in order to receive them all. So if you feel the energy, then just choose it. And all the possibilities will be so fluent and so amazing because choice creates. И, ну, если вы собираетесь пойти, не стесняйтесь, проявите себя, потому что я уже заказываю дипломы в ближайшее время. Если вы хотите получить дипломы прямо на классе, то нужно сделать заранее. И когда вы это делаете, если вы вносите предоплату, энергия уже двигается, потому что ваш выбор создает, и деньги будут создаваться намного больше легкостью, и все, в принципе, не только деньги. So just close your eyes and just imagine how would be your life. If you are coming and choosing and engaging to start to create your dreams. И просто вот закройте глаза и представьте, какой стала бы ваша жизнь, если бы вы выбрали пойти на класс и взаимодействовать с этим, выбирать, создавать, соединяться с жизнью своей мечты. I enjoy you also close your eyes and you were translating with so much joy. Мне нравится, что как бы Боре нравится, что я такая закрыла глаза и тоже переводила с этим огромным количеством радости. Just У нас есть вопрос. We have a question. Да, участница нашего сегодняшнего эфира Рушана пишет: всем привет. Есть ли на три курса скидка? We have a question from Roshana. She is asking if we will have discount on three courses together. Do we have any discount on it? Well, we had an early bird price already that you could receive essential oils if you register for a special date. But perhaps we will find out some special promotion. Но у нас уже была цена для ранних пташек, которые у нас получали в подарок масло. Ну, возможно, мы посмотрим какой-то еще вариант для вот этого промоушена, скажем так. So, for example, if you are coming to all the three classes, I can offer you the vibe codes essential oils, which worth 200 euros. Ну, например, если вы выбираете идти на все три класса, я могу вам подарить масла Vibe Coats, которые стоят 300 евро. Until the 15th of July, because I have to order them. Ну, вам тогда нужно об этом сказать до 15-го, ну, заплатить до 15 июля, потому что мне их в этот момент надо будет заказать. So the Vibe Coats kit, it's so yummy. It's да, и вот... wondrous. It's seven chakra oils, which is changing the energy of your whole body. И масла, вот этот набор с маслами Vibe Coat, он потрясающий, там 7 масел по каждой чакре, они очень вкусные, и они очень круто меняют ваше тело. So that's my gift. Да, это будет мой подарок. All the three classes. Для тех, кто приходит на все три класса. Ну что, можно мне нужно бежать? I need to go. Maybe I will just go. You can и вы можете продолжить. Мне нужно. No, it's okay. I guess that we can continue in another time. And if you have some topics or questions, then we can create a new Zoom again. В общем, ну если что, мы можем продолжить еще в следующий раз. Как бы, если у вас есть какие-то вопросы, мы можем создать еще один Zoom.
So please ask all your questions from Oksana and let's meet up, I don't know, in 1 week. И поэтому задавайте вопросы Оксане. Давайте встретимся еще через недельку. To Да. receive some more info. Да. Для Вероника, больше я сейчас информации. должна бежать на другой Zoom переводить, поэтому ну, сейчас, если мы чуть-чуть продолжим, то Боря будет без перевода, а я просто хотела чуть-чуть совсем добавить. Вероника, ты можешь, наверное, уже идти. Да. Я по-русски добавлю. Да. Thank Смотрите, еще каким плюсом является, если вы пойдете на три класса тренерских, это то, что, во-первых, вы проходите два класса массаж пяти континентов, экспанс-терапия, фактически намного дешевле, чем я проходила один тренерский класс в 2022 году. То есть я массаж пяти континентов проходила за 2800 евро. Сейчас и массаж пяти континентов, и экспанс-терапия все вместе, два тренерских класса, вам обойдутся всего 2400 евро. А класс тренерский вайб-кодов – это 1400 евро. И если вы на все три класса идете, то вот Боря говорит, что до 15 июля при оплате депозита, ну, то есть предоплаты, она вам подарит специальные, крутейшие, очень дорогие и мега просто качественные, наикрутейшие масла вайб-кодов. От себя еще добавлю, Боря для нас, как для первых тренеров, делает большой-большой такой бонус, я бы сказала. Дело в том, что кто станет первыми в России на русскоязычном пространстве тренерами вайб-кодов, вы потом будете обучать учеников в трех разных вариациях. Есть лайт-класс, да, буквально на 4 часа, есть однодневный класс, да, то есть и есть двухдневный класс. И для нас, как для первых учителей, доступ к этому вот через вот этот инструкторский курс, который сейчас 1400 евро. Затем, кто после нас будет становиться тренерами, у них уже не будет этого бонуса. Они должны будут пройти сначала лайт-класс, однодневный класс, и только потом будет у них доступ к инструкторскому классу. Понимаете, да? То есть очень классно быть первопроходцами, потому что нам даются особые привилегии. И, собственно говоря, Боря делает это потому, что еще пока что вообще в России нету ни практиков, ни тренеров вайб-кодов. Вот поэтому. И это тоже является огромным-огромным бонусом для тех, кто станет вот таким первопроходцем и пойдет сразу на все три класса. Вот. Ну, собственно говоря, это все, наверное, на сегодня, что мы хотели сказать. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете смело писать мне в личку Веронике. Мы с удовольствием вам расскажем, как, что, куда, поможем скажем так, где чего здесь искать в Сочи там и так далее, да, то есть по проживанию, поможем с переводом, скажем так, денег на депозит, ну, то есть на предоплату Бори в Европу, да, то есть такие у нас тоже возможности есть. И, в общем-то, сопроводим на каждом из этих этапов все, что потребуется для того, чтобы вы стали тренерами и с нами в августе уже этого года, вот чуть больше, чем через месяц, да, то есть стали тренерами, возможно, всех трех направлений. Мы вас ждем. Спасибо, что сегодня были с нами. Благодарим всех тех, кто будет слушать это в записи. С вами были организаторы тренерских классов в России Оксана Зимина. Вероника Кузнецова от нас уже отсоединилась, потому что у нее следующее мероприятие. И тренер тренеров Бори Комароми. Благодарим всех. Спасибо. Спасибо. Пока-пока всем. Bye-bye. Bye.